2400 мусорных полигонов страны не соответствуют санитарным и экологическим нормам. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. Хаотично хранят ТБО и на востоке республики. Только в этом году в Восточном Казахстане рассчитали больше 1000 несанкционированных свалок. Лишь 22 полигона в области работают без нарушений. В Катон-Карагайском районе с населением больше 20 тысяч жителей места складирования бытовых отходов и вовсе отсутствуют. Региональные власти предлагают профильному министерству разработать единые типовые правила строительства полигонов для сельских населенных пунктов. А пока за допущение антисанитарных условий на обверенных территориях административными штрафами наказаны 10 чиновников, от руководителей коммунальных служб до заместителей городских и районных акимов. Те даже полигоны, которые сейчас у нас имеются и официально действующие, они не соответствуют санитарно-экологическим требованиям. Мы видим, что нет на них ограждений, нет ливневых стоков, что загрязнения попадают в почву.